На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах. Огнем артиллерии южной группировки войск нанесено поражение живой силы и техники противника в районах. В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах. Огнем артиллерии южной группировки войск нанесено поражение живой силы и техники противника в районах. В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.